тут люди, по-моему, они с психбольницы играют. Вот в прошлой игре они были за меня, или позапрошлой, в какое-то было. Но реально, это ж нездоровый человек на Bounty Hunter. Так люди не играют, это не человек. Что это было, он вообще, короче, надо идти под башню, потому что он... Так, вот, да? Да, если он на меня нападет, я даже убегать не буду. Тут столько крипов, ты куда вообще напал? Алло, дружок. Тебя тринта и сейчас убьют. Дружок. Решил напасть на меня под пачкой крипов и под моими фуриатами. Фуриаты, они вообще таких не отпускают обычно. О, можно утонуть, может там кто-то горит. Ну, неважно, как бы утону ради пуша. Или сейчас кого-то... Не, никого я не убил, но получил 2 ассиста. Бабок у меня куча, сейчас мид сломаю. И можно валить на базу. Вот, неплохо мид отстоял, как бы. 4-я минута, снял башню, получил... То если вообще фаст аганим сделать, что будет с людьми здесь? Просто самый быстрый аганим, ребятки. В прямом эфире. Один из самых быстрых. Нет, догон не хочу. Догон в другой раз. Я хочу порнографию на стриме устроить. С догоном. С аганимом, ультами по кулдауну. Подожди, почему у меня 4 фурята? А, их 4, все нормально. Да, без ботинка. Просто, ребят, фаст аганим. Ребят, гоу пуш низ. Так, фурята, идите сюда. Чё там по руне будет вообще? Баунти. Как раз руна для меня. Бабосика подобрать, это изи. И пушить. Алло, ты там не прячься. О, Т2, ребят. Т2 тавер. Дальше идем. Я готов. Сейчас, крипов ждем, идем. Все, аганим будет на 8 минут. Днем лета в скобочках по Москве. Чмок тебя в писем. Лучший стример Страйприди. Лютя Пупсик. Передаю спасибо. Привет Макиму Петрову. Писю не надо, пожалуйста. Ну, спасибо. Еще и гей. Ты. Ау. Давайте убейте его. Есть хускар что-нибудь? Поджечь его. Спасибо большое за донат. И тебя тоже с первым днем лета. Лето рядом. Главное, чтобы оно быстро не закончилось, потому что обычно как бы ты ждешь лета, все классно, но потом раз, и лето уже закончилось. А ты думаешь, а где оно? А что летом было? А летом ничего не было. Так, сейчас он Б, я снесу второй тавер, главное не умереть от Баунти Хантера. Вот, сейчас теперь я пойду возьму Point Booster, полечу на базу и ультану с базы. Вот такой вот простой план у меня на игру. Вот, полетели. Можно, конечно, фурят вызвать еще. Это... Вот. Все. И сапог купить. Фаст аганим, ребятки. Изи.
гонится за ними. Блин, музыка какая-то, музыка не музыка, да? Чувствуете? Ну, педик. Сагри, сагри, сагри! Не хочешь, как хочешь. Ладно, буду топ пушить. Вот, в принципе, запушился. Ты чё ко мне? Ну, фурята давайте. Где фурята все мои? А, маны нету, да? Нет, не буду. Подожди, что он может вообще? Ну, то есть он на меня просто сагрился, да? И все? Ладно, давайте, пацаны. Никогда вы меня еще не подводили. Все, просто сгорел. Ну давай. В общем-то, я пока качну. Раз, качну. Два. О, мы тут решились по-серьезному играть. Дуэлька есть? Хорош. Надо толстого фурята снести. Толстого фурята, блин, этого энта. О, какой хорошенький. Какой толстенький вообще, молодец. Слабенький. Так, где мои эти? О, тут омник дерется. Надо его занять. Так, где тут? Ага. Ну, омник тут занимается, все нормально. Занял омника, чтобы он команде не помогал, никого не хилил. О, какой толстенький вообще, какой хороший. Надо его сагрить на кабана. Дальше. Ребят, го дальше. Все, омник занят. Идем дальше. Дальше, дальше идем. Блин, 200, скоро октарин, ребят. Кто мы ебанутые, кто-то пишет. Ебать, мы ебанутые, пишет тип. Ну, вот так вот, это иными словами, мы пушим. На языке 1,5 косаря рейтинга, это, ну, типа, мы пушим, пацаны. Ебать, мы ебанутые. Все, полетел я отсюда, я тут уже не нужен. Так, октаринчик, да? Ой-ой-ой, как им больно. Так, толстенький, где? Вот он мой сладенький. Пошли ломать. Тут тоже ребята появились, хорошо. А мы по миду. Вообще, все три стороны сейчас сломают дуракам. Какой толстенький. Не, посмотрите на него, да? А ну, пойду набью. Не, ну подождите, ребят. Уходи. Так, а тут по миду заход. И по боту заход. Вы чего? Вы чего, ребят? Чего вы? А, давайте убьем. Давайте убьем! А ну, ребят, перетяжечка. Перетяжка. Правда, много фида от этих фурят, но что поделать. Зато все три линии уже как бы тут тавер коцанный, на топе тавер почти половину сняли, на миде половину, грубо говоря. Заходим, ребят, по миду. Ты знаешь, чё? Чё? Оп. Понял тебя. Спасибо за донат. Привет. Здорово. Как тебе мой... Это мой первый донат. Хороший. И вопрос, как научиться играть на гель? Спасибо большое за донат. Сейчас, короче, запушу и
Как научиться играть на керри, если мне не послышалось? Ну, прежде всего, на керри нужно научиться фармить и держать линию. А чтобы научиться фармить, нужно играть в доту. Желательно заходишь в одиночную игру, сам создаешь, берешь себе любого героя, идешь на любую линию, там мид, легкая, неважно. Без топориков, без щиточков. Ну, в общем, ничего не покупая, просто голым героем и фармишь. Тебе надо зафармить 82 крипа за 10 минут. Ну, это максимум, сколько можно. То есть, если у тебя результат там 75-76, это нормально. Пока у тебя такого результата на фрифарме не будет, то хорошего керри из тебя точно не выйдет. Но это как бы, так сказать, самое примитивное, это самое начало, так сказать, начало пути керри, это научиться фармить. То есть, как бы, я уже не говорю про то, что ты должен выбирать место для фарма уметь, что ты должен... драться, как-то позиционку убирать, то есть это уже более тяжелая затея, но для начала надо научиться фармить, если уж такие ты вопросы задаешь. Так, фурята за мной. Алло, три мяса дал по катапульте. Да, у нас нету курьера, я знаю. Повелся. Давай. Ай-яй-яй, деревья закончились, блин. Ну, в единичку, а то и неудивительно. Ничего себе задом. Какого это без скуры играть? Нормально, спасибо, я даже... Написал насчет калибровки в этом. Пожалуйста, ответь после игр. Спасакса. Спасибо за донат большое. Без куры играть я даже и не обращаю внимания на то, что у нас появилась кура, но она и не нужна. Зачем нужна кура, если я фурион? Знаете, чем отличается холодильник от собак острее? Когда из холодильника достаешь сосиску, он не пукает. Хаче, 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 хаче. Так, фурята, пушить. Ну, легионку пытался спасти, но чего-то, видимо, не хватило. Да, успокойтесь, что вы напали. Ультракил, рэмпейдж, все как надо. Блин, где это вообще артефакты, алло? Вот оно. О, чтобы было красиво. Вот, ну как бы это намного прикольнее, чем играть на пудже. Да, я согласен, возможно, нету там рэмпейджей 25 фрагов, но, блин, игра быстрая. 17 минут, изи, агоним, рэшер, я даричу.
О, пацаны у меня фармят. Хускар. Хускар. 14 крипов. 17 минута. 18. Бестмастер. 17 крипов. 18 минута. Все нормально.